давайте эту бумажку мне. Это, например, сейчас утолим, потому что у вас уже до этого был создан. Вам зачем две заявки? Мне нужно потом показать, что вы плюете на свои заявки. Только перепосылайте друг дружке и все. Мы занимаемся приемом и передачей заявок. Ваша заявка была принята и передана. Куда передана? Мне никто не звонил. Если управляющий у вас ничего не имеет, как бы для вас никакого значения, я его прошу, чтобы вы позвонили, а вы не звоните. Так, что тут далее? А, укажите, что на корзине. Это на корзине для посуды. Акт приема. Тут, соответственно, ключевые ошибки, чтобы мастер выехал, провел диагностику. Мастер приедет, когда будет, если он будет у вас забирать аппарат, он полностью его пишет. Он выдаст заключение о том, что правильно, неправильно было подключено посудомойка. Не подскажу, он не вывез этим. Просто я мог бы и отключить и привезти, но мне нужно, чтобы ваш человек выдал бумажку, что. Все правильно. Когда он подъедет, теперь вопрос. В течение 45 календарных дней? В течение 45 календарных дней уже обязан. Вы видите, когда претензия была подана? Число какое? В самом низу, в правом. Сколько прошло дней? 15 дней. В течение скольких дней должна быть удовлетворена? Претензии клиента, да. Удовлетворена. Не ответ прислан по электронной почте, а именно решена проблема. Если не помогу, на ответ, как раз и... Это на основании какого закона 10 дней? Покажите мне. Книжечка находится. Да? Ну вот покажите, берите книжечку, покажите. Я говорю, там нет такого срока для ответа, но там есть удовлетворение. Вот. И деньги не вернули, претензии, и 10 дней прошло. И вы до сих пор не забрали посудомойку. Также здесь написано, что предоставить подменный аппарат. Дайте мне подменный аппарат. Подменный аппарат предоставляется с момента подачи соответствующего заявления. В течение 3 дней с подания претензий. Вот претензия написана, 3 дня прошло. Вы эту претензию не нам оставляли. А кому? На магазине вы ее оставляли. Юридическое лицо у вас и у магазина разные? Ну, вы узнаете, вы обязаны предоставить информацию о вашем юридическом лице. Как ваше юридическое лицо называется? Не препятствуем вам. Как называется ваше юридическое лицо вашего центра? Вот ДНС лицею написано. ООО. И претензия в ДНС лицею подана. Неважно. По какому адресу я прихожу, тем более в один физический адрес. Вот сюда на Черняховского принес, вон тому дядечке подошел. Ну, 3 дня прошло, ничего нету. Мне вызывать полицию, чтобы составили акт о том, что вы нарушаете закон о защите прав потребителей, далее он передает Роспотребнадзор, Роспотребнадзор выписывает штраф вас. А если я обращаюсь в прокуратуру и в полицию о том, что у вас ржавеют посудомойки, что выделяется яд, на посуду, на это ржавчина, это яд для организма, то у вас вообще могут изъять все посудомойки по всей стране. Вам, необходимо вам такое надо? К администратору. К администратору. Администратор находится в дальнем углу, написано, да, администратор. Соответственно, он вам на эти вопросы сможет дать ответ. Так, а где здесь подпись у кого-нибудь? Здесь нет места под подпись, в принципе. Здесь есть подпись водителя, подпись заказчика. Этот документ, в принципе, выдается клиенту только в момент, соответственно, выезда. Но поскольку мы не заполняем данные поля, вам просто для страховки, что заявка была принята. Вот, пожалуйста, вам исключение. Ладно, сейчас пойдем к вашему управляющему. Пожалуйста. Нарушаете дальше права.